Ну чё, ты такой, ай. Попас. Чё, Криш? Ты говоришь, чихнуть хочу, а тут такой кризисный момент, на эту рулю установить. Самое сложное, по-моему. Пошёл я в разбег. Давай, следуй за тобой. Опять на псковах что-то есть. Так, ну что, может 315 сразу на борт? Давай. И набраться, наверное. Капсун 315, 345. Это примерно 330, наверное, да. Похоже, вам там уже. А нет, еще кто-то делает. Пиздуху, наверное, падал, да? Ну, скольки мы были? На трех мы были, да? Да, на трех где-то 3-3200 у него была высота. Даже повыше. Мы трёху вряд ли успеем набрать из кроватки. Я думаю, мы кто-то там летает, не знаю, посмотрим сейчас. Если выше нас будет и быстро, возьмемся, кто там не поставит. Где-то уже есть. Так, а нагнетатель, значит, там больше 4-4,5. Наверное, 3,5-4, вот так. Короче, как... Да, 85 наддув. Просто, видишь, ты можешь лететь в горизонте на 4, наддув будет высокий. А если в наборе, соответственно, и на 3,5 придется. Можно до вертячего опять добежать. Где-то рядом. Так понимаю, пестоватый. А, вон дымный, вон его кто-то лук, по-моему. Да, наблюдаю. И там еще два сверху. Наблюдаю, наблюдаю. Да, давай, подходим, но надо с наборчиком. Я так не знаю, кто это, наш, не наш там подсасывать. Просто подсасывать тоже не стоит, я к тому, что это. Да-да-да. Чтоб не лопухнуться нам. Что вверх вот так уходит, не факт, что наш. Наш бы добивал. Не, вот сейчас пикирует Як.
О, в смысле, с красной. А вот под ним кто? А два. Два контакта справа. У меня вот не факт, это яки или яки. Справа, видишь, у меня начало. Вот они идут за дымом вдвоем. Да-да-да, один пикировал, а другой шел в горизонте догонял. Вот они, по-моему, оба наши, красные. От одного стрелки пропачки. Да, оба атакуют. Ну все, пускай это добьют. Вдвоем-то точно заклюют. Да, ну я вправо все равно люди к нам сделаю, чтобы поднабрал. А, вправо, да, круг стоит? Да, я хочу вправо. На петлю вправо. И вправо. Так, а кто сгорел-то, не наш? Вдвоем должны добить. Мы с тобой между скалаткой сейчас, да, где-то на границе. Ты меня видишь, что ли? Да, я ножки на секунду. Да, тебя вижу, я... Ты справа у меня, мы стоим как бы в одном кругу, по радиусу. По диаметру, друг от дружки. Если ты в правом стоял. Я стоял в правом, но ты что-то... Я сейчас в левый перевожу. Да, я выпрямляюсь, на тебя иду. 230, 240 я иду. Где-то на 60 я у тебя. Хочу отлететь в угол. Сейчас вот. Вот, потом сейчас справа перевожу, да. Во-первых, я хочу... Ну, мы сейчас четко над аэродромом. Можно на север уйти, там вылавливать, нет? На север? Ну да, они с севера, скорее всего, будут приходить. Они там... Там, скорее всего, танки свои кроют. А, да, 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 согласен. Там за место можешь туда сходить, вот, не вопрос. Смотри, что там творится. Потапы есть. Наблюдаю, контакт идет с севера. Ниже нас. Так, не вижу. Доворачиваю на него. Ага, тебя вижу. Большое, небольшое, не знаю, но... Короче, он от меня на 310. Большое, большое, ЛР. Закрываю выходные, побежал в него. Так, ты что такое, скажи, это все раз. Курс 310, иду к этому контакту. Да-да, так, тебя не вижу. А я... Я за тапу иду. 6, это уже 6 смотрю. И тоже разгоняюсь. Он похож на нашего, сейчас посмотрим. Похож на красного. На лагерь, на яка. Ну не, что-то жирное вроде. Не-не-не, что-то свое, по-моему. Ловчушка, по-моему. Да, лавочка. Ты не спикировал. Тебя убил. Да, поздно что-то заметил-то, блядь. Блин, а как ты? Так, я у тебя на 6. Я наблюдаю тебя, у тебя чисто, да. Я в левом стою с набором. Так будет, ага. Так, внизу это вот, собственно, лавка. Так, открываем. Сейчас перегреемся. Да-да, все открываем. Туда, за линию решил взглянуть там. Ну да, на север сейчас сходим, посмотрим. Давай, давай, давай. 5000 может быть маловато, давай, может, 5,5 хотя бы для разведки. Да, я набираю сейчас. С набором пойду. О, привет. Здорово. Ты кто-то говорил за это?
Да, говорит. Че, там все смотрят? Лайерт, а ты где сейчас? Я в шести, но я... Слева у нас контакт кто? Лавка, лавка-то, не? Ниже? Нет, где-то моя высота, нашим это курсом. Моя... Точно не она. Давай поверим. А куда идет? Вообще нашим курсом идет. Шел, а сейчас уже не вижу ее. Так, вот где туда? Ну, мы как бы на лавках болтаемся в районе... Эскаватка, как бы это, возвращаемся. Эскаватка точно враг пришел. Принял, давай, я влево. Давай, я через лево. О, блядь, вон они разрывы, выше нас намного. Набираемся. Да, хорошо. Ух ты, ё. Быстрый, по-моему. Да. Наверное, стоит ноги делать. Хотя, сейчас может завяжемся. Так вы нахер. Он надо мной проходит. Я понял. Начал пикирование начал. Да. Выходные закрывай, пикируй. Нет, сейчас пропущу его сначала. Тянет. Все, вот ты стреляешь, понял. Нет, я за ним не вытянул. Там набирается, он сейчас второй атаку будет строить. Блять, набирайся, я уже под вами. У меня никого, я справа от тебя. Да, наблюдаюсь. Я тебя не вижу. Этот тройка меня, похоже, заход следующий. Буду ворачиваться сейчас опять. Да, начинает падение. Я, походу, его погибну. Падает. 100 метров. Все, пройдет вроде. Давай, вытягивай за ним. Ай-яй-яй-яй. Рули. Так, все, вытягивай за ним. Он пробил тебя. Да, пробил. Я вниз. Он, похоже, бросил скорость сильно. Должен взять его. Да. Пробил его. Бля, что, даже ничего не отвалится, сука. За тобой тянет, за тобой продолжает. Так, пикируй, только скорость смотри. Аккуратней. Да. Так, бросил тебя. Уходит на север. Гонюсь. Или бросить его нахуй. Ты в нем шести, да, ведь? Да. Я развернулся, у меня, в принципе, вроде не критично, ведь у меня даже не течет вроде ничего. У тебя тепло там, тепло. Я не знаю. Но я вообще его догоню на лавке. Давай. Но я далеко. Я понял, я догоняю. Тридцать сорок, да? 328. Он запсиховал, сейчас могу взять. Прохуярил его. Хорошо прохуярил. Слушай, мне кажется, сейчас я сейчас разворачиваюсь, ухожу уже, все. Еще прохуярил. Все, крыло. Ломайся. Есть. Ухожу вверх на... Влево, да. Ты меня наблюдаешь? Да. Отлично, я отхожу от него. По температуре посмотри. Температура отлично, открылся. Этот выключил. Понял, форсаж. Все, домой. Так, ты дымишь, да, давай садимся. У тебя вроде чисто. Сверху надо поглядеть. Ну вот сейчас... Брали немцы с высоты, сейчас идем уже к пульду, будем садиться. Так, влево забираю, на север, ой, на, блядь, на юг же надо, вправо. Тебя вижу, у тебя чисто. Так, тут сейчас меня колбашивает на... Кстати, не отвалил, надо аккуратнее.
просто из-за резких маневров. Так, контакт. Наблюдаю. На тебя, по-моему, или на меня? Свой, ишачок. По-моему, ишачок был. Да, ишачок. Все, принял. Так, наблюдаю уже речку, и за ней, по-моему, вертячий. Направо нам надо, Лёх. Ну, давай речку перевалим, это точно наша территория. Понял. Я чё, вернусь тебя, подожду, ты где там? Не-не, я вот близко. Нормально всё, да, у тебя? Да. А, наблюдаю тебя, у тебя чисто. Огни выключил. Я на песковатке, там где дефонт написано, куда лечу. Да-да-да, и этот пир набирает 3,5, и они тут постоянно тусуются, чуть выше, чуть ниже, всякие бобры приходят, почему тут. Правда, может, они их уже отвадили, не знаю, может, еще придут. Пока так регулярно довольно находится. Мне остался один вылет, чтобы на самолетик свой отработать, который наебнул. Мне, по идее, уже должны какой-нибудь якорь дать. Так, я поворачиваю направо, это вертячий. Чё, еще раз? Все 10 и кость отработана. Это у тебя 5-й, по-моему? Нет, наверное, 4-й или 5-й. 5-й. Смотри, два там за один вылет, когда у тебя вынуждены. А, да. Так, я наблюдаю аэродром. Да, тут. Ладно, тут надо еще сесть до этого, конечно. Прям без аварийно. Давай ты, наверное, первый, или что у тебя по топлу? У тебя топливо течет нормально все с топлом? Какая-то артиллерия, да, получается, наша? Да, 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 наша защита, да. Но они долбят аэродром в основном. Надо просто глянуть, почему не на калач, потому что, наверное, этот уже подбит хорошо. Да, но калач, да, калач не видели, что туда заходят, блядь. Сюда сбрасывают и бомбы, и битвы приходят крыть его. Я не вижу, что прикрывать-то. Аэродром сам. Как аэродром? Не аэродром. Как аэродром? Вы про какой говорите? Песковатка. Песковатка. Не, там артиллерия, ее, наверное, просто не так просто заметить. Да, артиллерия. Но аэродром они бросают по аэродрому. А смысл, по-моему? Да ты чё? Тут вообще вся карта включается в том, куда хватит три аэродрома. Стратегическая цель. Мы даже танки убиваем. Для чего? Для того, чтобы они не смогли захватить, да, ближайший город и аэродром. Аэродром, да. И как бы этот аэродром постовой. На карте, на сайте там. Это ты с огнем, конечно, да? Да, вот я начал пробег. Я еще не пробегу. И на карте там прям написано, какие аэродромы и на сколько разрушены. Если разрушиваешь на 100%, ну нельзя взлетать, а можно садить. А если противник на него после этого посадит сапплай, то они его захватывают. И вот. Сколько им нужно скинуть? Надо убрать все вот эти склады, статики. Тут статики и склады. И фунт. Так, наблюдаю контакт. Бир, дай Аношке на секунду. Я на бирку, у меня 3000. Да, дай на секунду. Все, я уже вышел. Просто в твоей стороне он был, я думаю, ты.